ярмарки забавы, умных конкурсов призы, много музыки и даже все подарки за гроши. Будет день у нас хороший, всех бери и к нам спеши. Веселая школьная ярмарка. Приходите на праздник творчества и знаний. Сегодня проходит школьная ярмарка, на которой представлены разные группы товаров. Вы можете здесь практически одеть обувь ребенка любого возраста, начиная от первоклашки и заканчивая, скажем так, для взрослых. А насколько доступны цены? Я думаю, что цены приемлемые. Вы же уже проходили на улице. Да, да, я думаю, что цены приемлемые, и каждый человек найдет для себя. То есть у нас нет одинаковых цен. То есть мы старались подбирать товар от недорогого до более, как скажем, кто может себе позволить и подороже что-то. Ну, магазин «Каляки-маляки», новый на рынке. Сегодня первый день ярмарки, и мы представили весь товар, который у нас в магазине. Почти весь. Вот. Широкий выбор канцелярии, начиная от тетрадей обычных, заканчивая досками для рисования и пеналы, пластилины, карандаши, папки. Все это у нас есть. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов и всех покупателей, которые у нас купляются. Мы рады, что они выбрали нас. У нас мелки для рисования есть. Что? Мелки для рисования. Восковые. Сейчас должен коробочку молодой человек подвести. Просто машина у нас маленькая, не все уместилось. Дорогие горловчане, уважаемые гости города! Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации города Горловки Ивану Сергеевичу Приходько. Донбасс говорит по-русски, и никто нас не свернет с нашего пути. Как вы знаете, сегодня мы пережили очередной обстрел. В городе стоит более 80 подстанций трансформаторных, практически вся Никитковка обесточена. Очень много приходов в жилой сектор, слава Богу, никто не погиб. Но мы продолжаем жить, мы развиваемся, мы готовимся к очередному школьному сезону. Сегодня мы открываем ярмарку, и этим лишний раз мы доказываем, что нас не сломить, и мы будем жить и развиваться. Всех с праздником! Спасибо, Иван Сергеевич. Ну что ж, а я хочу еще раз поздороваться с нашими ребятами и, конечно же, их родителями. Здравствуйте, дети! Самые лучшие дети на свете! Добрый день вам, папы! Не снимайте шляпы! Поклон вам, мамы! Лучшие самые! Бабушкам – внимание, дедушкам – почтение. А у кого день рождения – тому поздравления! В общем, дети и их родители, поздороваться не хотите ли? Здравствуйте, дорогие мои ребята! Здравствуйте! А чего так не дружно? Ну-ка еще раз. Здравствуйте, ребята! Здорово, какие же вы молодцы!